Впервые в своей карьере она сказала «нет» продюсеру. Американская актриса Мила Кунис рассказала, что ее заставляли сняться полуобнаженной для мужского журнала. Девушка наотрез отказалась. Говорит, у меня другая специализация. Ей пригрозили, не будешь сниматься, не сможешь найти работу. Однако Мила была непреклонна. По ее словам, мир не рухнул. Роли в кино ей по-прежнему предлагают.